Всем привет! Мы продолжаем говорить о проекте Humankind, и в этот раз мы более детально поговорим о команде и на этом подведем итог. Ссылки на предыдущие видеоролики будут под видео, можете зайти более детально ознакомиться и с самым проектом, и с ICO деталями, и также с дорожной картой проекта. Ну и мы тут видим обзор рынка данного проекта, то есть там благотворительность 750 миллиардов. 2,300 миллиардов розничный рынок розничной торговли и криптовалютный рынок. Это рынки, с которыми будет взаимодействовать данный проект. Ну и тут мы видим команду проекта. Как мы видим, довольно-таки большая команда. Очень хорошо. В составе команды Humankind находятся эксперты в области профессиональной благотворительности и деятельности международного масштаба. Также авторитетные советники по вопросам, охватывающим необходимые области для проекта. Генеральный директор Гиллес Кайлас активно поддерживает рынок электронной коммерции. Сфера работы и интересов затрагивает международные стратегические развития бизнеса. Аравина Бабу – профи в блокчейне, облачных технологиях и безопасности, обладает степенью магистра компьютерных наук. Ну и тут мы на LinkedIn видим опыт работы данного участника. Мы видим, довольно-таки многих таких проектов он участвует, это очень хорошо. То есть опыт у данного участника есть. Ну и тут мы также видим на LinkedIn генерального директора. Также видим, что у него тоже очень хороший опыт в своей сфере, то есть в разных местах как работал. Это очень хорошо. Ну и также Катя Бублик, безусловно, эксперт в сфере цифрового маркетинга с опытом работы с цифровыми стратегиями и разработками по всему миру. Ну и советую, если вам проект понравился, пройтись по каждому участнику, подробно изучить LinkedIn, опыт работы, это очень важно, изучить команду. Проект довольно-таки интересный, до конца еще осталось мало времени, софт они уже собрали, проект довольно интересный. Всем спасибо за внимание, всем удачи!